На посту и днем, и ночью. Завтра свой профессиональный праздник отметят сотрудники скорой. 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции неотложной помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Сегодня в зале Белгородской филармонии отметили медиков, которые готовы выехать на помощь в любой момент, чей профессионализм помогает сохранять жизни в самых сложных ситуациях, когда счет идет на минуты. Почетные грамоты губернатора и благотворительные письма получили несколько десятков врачей, фельдшеров, водителей машин скорой со всей области. От имени главы региона с наступающим праздником работников неотложек поздравил заместитель губернатора Андрей Мелехин. Труд высокой ответственности. В борьбе за жизнь каждого пациента вы испытываете колоссальные нагрузки, физические, эмоциональные, но вместе с тем вы держите высокую планку оказания скорой медицинской помощи. За это от всех жителей области примите самую искреннюю благодарность. В последние годы нагрузка на медиков возросла многократно. Первый удар принимают на себя специалисты скорой помощи. В этой профессии случайных людей не бывает. В профессии я больше 30 лет. Профессию медика выбрал однажды. Ну, случилось так, что у меня мать была медик. Трудно, тяжело в створе всех ситуаций, которые сейчас происходят. Пережили ковид, переживаем другую беду, которая снеслась. Мы будем стараться спасать всех наших военных ребят. Будем стараться спасать всех людей, которые обращаются к нам за помощью.